Всем привет, с вами Уэлфал, и это новая серия моих летсплеев, да. Я тут немножко изменил, вот, буквально немножко, ладно, этот таймер ничего не делает, ладно, я его выключил и перестали лаги, так. Дальние, пускай будут нормальные, детальные, мягкие тени включены. Как-то так. Ладно. Вот смотри, сколько у меня тут уже барашков. Сахарный тростник немножко вырос. Да, я сделал маленькую ферму с тростника, потому что чтобы подготовиться к этим. К зачарованию вещей. Хоть как-то быть готовым, чтобы не искать тростник. Я так, не знаю, 1000 блоков убежал и нашел один тростник. И все. 1000 блоков. Чего еще? Так. Если посмотреть в скайпе, не виноват. Я забыл поставить, не беспокоить. Мы сейчас выбиваем ростки. Ай. Так, так. Конечно, вы уже, наверное, посмотрели видео. Мы с Чаплином сняли кооп. Поэтому покажем папку для серии. Пока не стоит. Ну, завтра, надеюсь. Блин. Ну, не завтра же. Завтра. Это получится 2 числа. 2 числа получится, чтобы снимать 4, 5, 7 часть. И рубим деревья. Да, я поменял текстуру пак, у меня такой прикольный текстуру пак, мне так нравится, я не могу аж. Я думаю, 4 саженца выпало. Если вы думаете, что вот это все, что я построил в креативе, то вы глубоко ошибаетесь, потому что туманитомса еще нету на 1.3. Да. А. Га. И. Му. Где один. Не работает. Сейчас. Не работает. Так что это не читерство. Почти срубили дерево. Три. Блин, почему три? Мне нужно было 4 саженца. Так, можно сейчас бегать за саженцем. Ладно, сбегу побыстрее. Так, тут у меня еще пещерки есть. Надо будет сходить. Просмотреть. Блин, знаете, как прикольно. Фак, я не взял. Как прикольно играть с этим техник паком. Это что-то с чем-то так весело. Держим. Хорошо, что изменили, что свиней теперь
мясо дропается не от 0 до 3, а от 1 до 4, кажется. Жениться, и опять слышно, что я говорю. Так. Где несчастный саженец? Жалко, вот. Спасибо, все, пока. Я домой побежал. Могу сделать фабрику снега. Как я съел вторую, если я даже не держал? Вот лаги начались. Это все из-за пререлиза. Это он виноват. Они мне должны кусок мяса. Так хорошо видно вот эту башню, если еще поставить там немножко свет внутри. Так, сейчас мне нужно постоянно карту я оставил. Блин, мне так про этот текстурпак. Спать. Ой, я забыл, я поставил мобов? Да. Легко, пускай будет нормально. Пока месяц, потом поставлю. Какой, если что. Графики малые, очень дальние. Не могу играть с нормальной графикой. Туман бесит. Так. Опять какой-то недоросток получился. Ну, пускай будет. Так. Желтый краситель мне нужен. Я его оставил сейчас. Хочу, чтобы сразу желтая шерсть была. А можно как-то соединять можно. Так, кажется, зеленый можно. Так, кактус. Ладно, зеленый пускай будет такой светло-зеленый. Вот и опять тут бросла. Серая это чернила и белая. Красный и желтый получается оранжевый, по-любому. Я в цветах не очень разбираюсь, но должно. Да. Оранжевый. А красный, белый. Розовый. И все. Иди нафиг. Теперь у меня есть красители прикольные. Оранжевый и розовый. А если розовый и белый? Никак. А если оранжевый и белый? Никак. Ладно, розовый как-то какой-то не крутой. Все равно придется. Ладно, если бегу, то придется уже добежать до конца. Ай, не бейся. Так, и тыкву доберу, возьму и сделаю снеговиков. Ставлю рядом с домом, чтобы стреляли в мобов, которые будут подходить. Опять? Молодец, молодец. А вы тут все бросали? Так, сюда. Оранжевый. Тебя в розовый. Не оранжевый прет.
У тебя сразу не получится, ладно. А, нужно сразу срезать вас. Разноцветная шерсть. Так, надо вас будет размножать. Так. Шерсть. Так. Кактус нужно пожарить. Быстрее. Салатовый, кажется, получится. Нет, не могу. А если с розовым? Покрашу вас в лайм. О, залагала. Так, обросла хоть кто-то. Вот тебя будет, ты мне будешь лайм. Да, красота. Пускай вырастет. Так, и, пожалуй, можно срубать пшеницу. Я знаю, что не все доросло. Но... Сначала все засадим. Так, не молчим. Я не ушел. Что, нет больше? Не, вот сейчас так. Я уж испугался, что не хватает сидов. Кажется, так кличат. Семечки. Семена. Сейчас будем вас о-ля-ля делать. Так. Ну, ко мне. Ты. И ты. Давайте. Корова. И ты. Розовая няшечка. Иди. Давай, беги. Так, иди. А остальное можно смело делать. Остальное можно смело делать хлеб. Ну, оставлю, пока мы себя не подрастут. Так, осталось 9. А остальное сделаю хлеб. Не знаю, когда мне так много хлеба. Я даже не помню, где я взял хлеб. Так. Хлеб. Нет.
потише сделать. Вот еще 30. И тут еще шерсть и факела. Я это все поставлю обратно. Так. Шерсть. Розовая. Почти с полстака. Красители оставлю. Мясо поставлю жарить. Так, вы, наверное, слышите или не слышите. Сейчас машина рядом сигналит. Не знаю почему. Земля. Саженцы. Мне нужна лопата. Пускай одну лопату должно хватить, на чтобы скопать этот снег и поставить рядом с домом телохранителей. Побежали. Так, сразу здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну-ка. 3. На одного хватает. А, нет. Сейчас. Там же 2, кажется, нужно. Ладно, вот этот. Сломаю лопату. Пойдем. Так, я надеюсь, меня хотя бы слышно. Потому что прошлая запись была, как сказать, неудачной. Я сейчас проверю. Алло, меня вроде слышно. Алло, да, слышно вроде. Я проверил в скайпе. Самый лучший способ проверки. Ой, темнеет, ой, ребят. Мне нужно телохранителей поставить. А вы не знаете, криперы взрываются рядом с этими телохранителями? Вроде они их отталкивают. Сейчас я их возьму забор по-быстрому. Так, забор, 17 забора. Никого не рядом нету. Так. Тут будут. Вот тут. Так. Готов? Готов. Куда вы смотрите? Не туда смотрите. Так. Андрей, пройдись. Вот, заработали. Где мой снег? Где мой снег? Чё ты упал вниз? Вы какие-то баганутые снеговики. А ну давайте я притащу вам зомби. Будете стрелять в него? Зомби, зомби. Где ты, зомби? Зомби, зомби, зомби. Вот зомби, зомби. Красавчики, с криперами не вожусь. Давай, иди сюда. Иди сюда, ты мой подопытный кролик. Что-то ты какой-то косой. Ты знаешь что? Ладно, пускай стреляют. И на этом серия заканчивается по-любому, потому что она уже затянулась довольно сильно. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. С вами был Уэлфу. Всем пока.